Что вы это? Опять лежите, отдыхаете, в отличие от меня, да? И вот для этого мне нужен кофр. Ну, у меня есть настоящий кофр, как бы кофр-кофр. Но кофр-кофр это неинтересно. А вот когда кофр либо из вот такой вот бочки сделан, а он уже готов, его только прикрутить. Вот. Либо кофр-ящик. То есть вот ящик, его тоже можно на хомуты просто посадить. А багажник в этом мопеде очень большой. Здесь достаточно взять ключик на 10. Открутить всего одну лишь гаечку вот эту. Вот. Вот. И сиденье это дополнительное снимается. Вот такая площадка получается красивая. Как в хорошем джапановском мопеде. И вот сюда уже можно, наверное, скорее всего. Установить. Ну, я, наверное, по легкому пути пойду. Вот ящик хомутами прицеплю и все. Кину, что мне нужно с собой. И поедем. Вот мопед мой чмо. Мой чмо, потому что черный. Мопед Орион. Это все подумают, что он почему-то чмо. Так. У меня в этой каске уши заворачиваются почему-то. Почему, не знаю. Первая вниз, вторая вниз, все вниз. Downshift gear. Gear это коробка. Третья. Ну, в общем, едем сейчас. Ну, Рэмбо стиль. Рэмбо стиль. Я думал, чмо стиль. Шумопед чмо. А что у тебя сзади написано, что ты не прочитал? О, ни хрена себе. Да красиво написано. Да уж, написано. Я задумался, что это такое. Да, я сам не знаю. Так, мне 92-го надо. Под завязку. Полный бак. Да. Включишь, да? Конечно. Там литра два, наверное, влезет. Ну и хорошо. Дебилы полетели. Сейчас я их догоню. На 120 рублей.
2,6 литра. Так, 2,6 литра, 118 рублей. Сейчас я нагну тут всех на трассе. Первого обгоню самосвала. Как стоячего сделал. Встречные так вообще я их делаю. Какая передача, а? Четвертую надо. Вот он, змей, блядь, подрезал ребенка. Сука, курва, блядь, урод. Инкассаторы себе этого не позволяют. Точка вкупит. Пидорачи, я тут жарю вообще. Равных нету. Вот эти вот, где они? Их нету, все. Нету. Меня догоняет мотоциклист какой-то. Сейчас он будет джу делать, смотрите. Какая-то Ямаха. Типа Юбера 125. А сейчас меня догоняет самосрал. Большое самосралище. Не хочет на ту полосу. Хотел рядом со мной проехать. Хотел прямо рядом со мной на пол полосы проехать. Я его согнал, видели, я сдвигался. В зеркало смотрел. И он когда ушел уже на ту полосу. Так бы он мог зацепить меня запросто, проехать по мне. Я еду, что стороной правда. Ай-яй-яй просто. Вот я и дома. Даже очечи не одевал. Обалдеть просто. Вот это у меня аппаратик. Чмо.
Прям натуральный чмо. Вещь. Да, и вот корзинка такая вот очень полезная. Съездить куда-то вот на рынок, там магаз, пакет купил еды, поставил, в руках на руку вешать не надо. Ехай себе, улыбайся. Вообще четко. И все видят, что ты что-то купил, едешь, везешь, прям улыбаются тебе, потому что видят, что ты счастливый тоже. А ты им улыбаешься, видишь, что дураки улыбаются тебе. Вот. И начинаете все тут улыбаться, как дебилы друг другу. Охренеть просто. Ой, сегодня рассказ такой небольшой. Ну ладно, это на другом видео будет.